Фильм «Лучше всех». Маша Лаврова мечтает стать известной пианисткой. Однако внезапно она попадает вместе со своей матерью в аварию. Маша получает серьезную травму, из-за чего лишается возможности достичь успеха в музыке. После этого возлюбленный Маша оставляет ее. Однако Маша продолжает жить и устраивается работать в музыкальную школу. 12 лет спустя Маша готовится к свадьбе, но планы внезапно рушатся. Она отправляется пожить к своей сестре Надежде. Вскоре ей предстоит принять ряд крайне важных решений, от которых будет зависеть ее дальнейшая жизнь.